Тонус-клуб. В Троицке открылось представительство европейской сети женских фитнес-клубов. Глава города принял участие в торжественном открытии нового спортивного клуба. Почетные гости первыми поздравили троицких предпринимателей с важным событием. Как признается руководитель клуба Антон Татаржинский, идея об этом бизнесе возникла давно. Посмотрели на рынок, что не хватает именно вот такой услуги для женщин, такого вот не спортзалов, а именно вот фитнеса, такого легкого фитнеса. И было принято решение сделать для троичанок, чтобы были наши женщины красивые в городе. Несмотря на то, что представительство европейской сети появилось в нашем регионе совсем недавно, эта сеть фитнес-клубов уже много лет входит в топ лучших компаний всей Европы и нашей страны в частности. Ведь занятия в тонус-клубе подарят вам не только море положительных эмоций, но и помогут достичь желаемых целей в самые короткие сроки. Клуб есть на Кипре, есть в Казахстане, то есть в ближнем зарубежье женщины очень активно посещают, им очень нравится. Они приходят сюда за красивой фигурой, остаются ради хорошего настроения, ради компании, ради сотрудников, которые встречаются их как друзей. Вы также всегда можете обратиться к инструктору, который составит для вас индивидуальную программу комплексных тренировок. Тонус-клуб в Троицке расположен по адресу улица Климова, 21. График работы с 7:30 до 21 часа ежедневно.